Представьтесь, пожалуйста, имя, фамилия, должность. Меня зовут Трубачева Инесса Юрьевна. Я автор песни. Как называется песня и какова идея ее создания? Вы специально для коллектива написали? Для этого детского? Эта песня называется «Мы вместе». И она создана для коллектива «Ветер перемен» под руководством Татьяны Михайловны Павловской. Эта песня родилась вот в этот год, когда такие события случились у нас рядом в нашей стране, на Донбассе, на Украине. И к этому был причастна Россия и наш город Ростов, который принял на себя практически первым всю тяжесть вот того горя, которое у людей случилось. И эти эмоции, которые вот захлестывают нас сегодня и весь этот год, они для меня стали основополагающими для создания этой песни. Она уже прозвучала на каких-то крупных фестивалях? Да, она прозвучала на многих международных конкурсах, и на всех международных конкурсах и всероссийских она взяла первые премии и гран-при. И все самые именитые жюри этих конкурсов, что было для нас очень приятно, практически стоя приветствовали эту песню, потому что она действительно актуальна, и она до слез трогала всех. А кого-то из известных, кто был в жюри, назовите фамилии громких? Самым громким именем мы можем, конечно, вот сказать, это был Бедрос Киркоров. И, конечно, он настолько был потрясен исполнением этой песни, этим коллективом, что после исполнения сразу он позвал весь коллектив с руководителем и предложил сотрудничество и поддержать его в гастрольном туре, потому что тема патриотизма, которую так несут дети, а дети действительно несут ее, переживая со сцены, это не оставило его равнодушным, и он сказал, что в наше время он бы хотел, чтобы вместе с ним этот коллектив эту тему и эту песню исполнил в разных городах. Гастрольный тур, когда он будет? Мы ожидаем, собственно, вызова, потому что телефон, который вот он не просто записал, он уже позвонил и сказал, пожалуйста, зафиксируйте, я в скором времени, вы будете мне нужны. Но я бы хотела сказать вот еще. Что, кроме того, что именитые люди и жюри действительно дали огромную вот оценку высокую нашему вот коллективу и этой песне, наверное, самым важным для нас была реакция зрителей и людей, которые прибыли вот на эти конкурсы и фестивали, в том числе из Донбасса, Крыма, Украины. Они практически стоя всю песню аплодировали, плакали и потом благодарили коллектив и детей после того, как уже фестиваль и концерт заканчивался. И это, наверное, было для нас самой большой наградой. Спасибо большое. Так, а кто из... Представьтесь тоже, имя, фамилия, должность. Павловская Татьяна Михайловна, руководитель школы эстрадного пения «Ветер перемен», муниципального образовательного учреждения, лицей номер 14, экономический. Скажите, патриотические песни, они всегда были в коллективе? Или актуальность вот в этом году и с политическими событиями, и дата такая, 70-летие Победы? Ну, я стараюсь прививать детям, безусловно, патриотическое воспитание, и практически каждый год у нас в репертуаре присутствуют песни патриотической направленности. И в этом году, конечно, мы не могли пройти мимо таких дат. И тема, конечно, Украины, тема Донбасса очень волнует меня, потому что я сама с Донбасса. И как раз-таки авторская песня Инессы Аронович – это та тема, которая взволновала и меня, и, наверное, уже через меня передалась ребятам, и мы сделали этот проект. Спасибо большое. Давайте теперь ребят запишем. Давай. Ну, Сереж, расскажи, вот вы спели песню, что было после, за кулисами? После меня позвали ребята, ну, что тебя зовет, ну, Бедрос Киркоров. Я побежал, и он сказал мне: «Ты мне очень понравился, ну, я хочу с тобой сотрудничать». Он пригласил меня на концерт в Армению. Расскажи, какой он? Вот ты видел его на экранах, да? Вот. Да. А вот в жизни он такой же или немножко другой? Он добрый? Или вот какие черты характера? Не так, ну, не такой, как по телевизору. Он такой, ну, добрый там.
профессионал очень такой. И он еще, как можно сказать? Не волнуйся, подумай, мы там скажем. Взял телефон руководителя. Взял телефон руководителя и руководитель записал номер. Ну. Это у тебя он записал? Да. Вот так расскажи, что он у меня, ну, Киркоров у меня взял. Киркоров, ну, взял мой телефон. Твой личный? Да. Или руководителя? Мой. Ну, расскажи мне об этом. Не знаю, как. Как это было, за кулисами? Нет, это было, он сидел в жюри, ну, и я подошел к нему, и он мне дал номер свой. Он сказал, ты хорошо поешь, ну, там, все нормально у тебя. И дал мне свой номер телефона. Скажи, он простой, он не показывал, что он вот такой певец как бы уровня, а ты начинающий, да. Это вот было просто, да? Угу. Ну вот об этом скажи. Ну да, я не знаю, как даже рассказать. Ну, Витя, скажи, вот ты не побоялся, да? Ну да. Ну скажи, что я не побоялся подойти. Я не побоялся подойти к нему, ну, там было чуть-чуть дрожение. Вот. И мы с ним еще фоткались там, ну, все разное делали. Молодец. Интервью брали еще. Скажи, сколько тебе лет? И мне 11. Мне 11 лет. Сергей Мамиконян. Спасибо. Так, нам еще одного ребенка. И сейчас мы камеру настроим. Ну, расскажи, что это за песня? Тебе нравится петь ее? Очень нравится. Я вам хочу про нее рассказать. Я вам так скажу. Когда мы поем эту песню, мы так стараемся, чтобы все поняли, что воевать – это плохо. Вот что кажется, что все пушки должны замолчать раз и навсегда. И мы готовы спеть на весь свет, что Россия, Ростов и ростовчане всегда за мир, за дружбу и за любовь. Молодец какой, ты в актеры не хочешь пойти, случайно? Я занимался актерским мастерством. Расскажи, какие мастер-классы ты посетил профессиональные? И вот ты в дальнейшем хочешь все-таки певцом, наверное, да, быть солистом? Или как? Расскажи, ну, о своих планах. Я хочу, когда вырасти, стать певцом, хочу заработать много денег и... Куда их потратить? Куда их потратить? Не знаю. Если я буду бизнесменом, то в недвижимость. Молодец. Но нельзя же забывать про конкурсы. Когда ты вырос, уже звезда, нужны же деньги иногда и в конкурсы. А то потратил все на недвижимость, а денег на конкурсах, ну, нету. Молодец какой. А про мастер-класс расскажи. Ты был у Киркорова на мастер-классе? Да, это мой первый мастер-класс в жизни был. И что он там дальше? Чему он вас научил? Распевки там были. Я могу одну распевку сказать. Акабомба или как там было? Что-нибудь спеть сможешь? Из нашей песни. Да. Подожди, вашу песню, да, сейчас? Да. А ты один поешь или с коллективом? Я с коллективом пою. Ну все, так, представься, имя, фамилия и сколько лет? Трубачев Виктор Михайлович, 8 лет. Молодец. А можно, ребят, чтобы они постарше. Песню спели? А постарше, давайте уже еще одна, уже не будет. Да, да, нам просто редактор... Thank you.
тобой, не друг на друга, а за нас с тобой. И в тех боях становились родней день ото дня. Ведь закон был один, да за меня, за тебя. Принесет ты бой, ветер перемен, он возродит нашу дружбу, обидам замен. Если не мы, кто же тогда возродит свет и мир в наши города? Пусть рождение случится больше никогда. Дальше что? Пьянка, молдаванка, отвечала парню Влад. Партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Ждет тебя дорога, партизанам в лес густой. Пошли на встречу куплет. Ныка. На смуглянке молдаванке часто думал по ночам. Танку я в отряде повстречал. Раз, и дальше что?
Добрый день! Мы начинаем фестиваль детского творчества «Салют Победа», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. МАУ-лицей номер 14 экономический. Школа эстрадного пения «Ветер перемен» под руководством Татьяны Михайловны Павловской. Открывает нашу программу солист школы эстрадного пения «Ветер перемен», лауреат Всероссийского конкурса «Южная Олимпиада искусств», дипломант международного конкурса «Открытая Россия», обладатель национальной премии в области культуры, искусства, финалист международного конкурса «Будущее России» Дмитрий Хигай. Русские, хотят ли русские?
участник телевизионного международного конкурса «Будущее России», солист школы эстрадного пения «Ветер перемен», обучающийся лицея номер один классический Арман Агаджанян, «Смуглянка». Скажу сказать, станем на три.
теперь слово предоставляется автору песни Инессе Аронович. Здравствуйте, дорогие друзья. Я бы хотела на эту сцену сюда вызвать Галину Анатольевну, директора нашего замечательного лицея. Дорогая Галина Анатольевна, вот такой замечательный диплом и благодарственное письмо лично для вас. И по личной просьбе Бедроса Киркорова я вручаю здесь, потому что он просил об этом сам. После того, когда он услышал этот коллектив, он позвал весь коллектив к себе, и Татьяна Михайловна, и он спросил: «Вы откуда? Кто ваш руководитель? Где вы вообще обучаетесь?» Он говорит: «Я объездил всю Россию, но таких коллективов настолько единицы, что даже пальцев на одной руке много для того, чтобы их перечислить». Он был в восторге, он сказал, и когда он узнал, что это в лицее, это не при консерватории, не при училище, он сказал вашему директору низкий поклон за то, что в наше время есть такие группы, и вы являетесь ангелом-хранителем, и храни вас Бог, так же, как вы храните наш коллектив и всех детей. Благодарим вас и отлично от Бедроса. Yeah.
сейчас прозвучит кавер популярной песни Фрэнка Синатры «I love you, baby». Yeah.
Следующая участница Елизавета Мозговая. Елизавета Мозговая с песней «Мама».
седаги хато сам аро, миндай седаги хато переби, ушено без рамка, вега велеби, моди, моге переби, мена треба махто неби спуреба, мена треба махти теби спереба, мена треба шета не талаве, тхом митхали раме. Zeo amodi, 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 rasi maledi. Iknevshen mainz gadpo, eskuli gadat zoedi. Randeni hamegasula, ushenov ganatenedi. Rande germom natrebia, kargo vesheni tvaedi. А теперь... Yeah.
для всех нас. Thank you.
Time for fun and it won't be.
где-то там мы продолжаем жить в городе этой вечной суеты. Мимо нас все эти мечты. А знаешь, счастье придет, когда весь мир вдруг замрет и посмотрит в небо. Душа срывается с цепи и летит далеко. Я не знаю как. И сколько пробок и любви появилось так легко. Это музыка. Ага. See you.
исполнить в исполнении шоу-группы «Ветер перемен». Я хочу поблагодарить своего руководителя, потому что без него бы не было этих всех побед. Thank you.
Спасибо за внимание.